Здравствуйте всем, кто наблюдает за этой эпопеей. Продолжение. Мы убили нашего наставника, который прокачал нам тяжелую броню на 50, легкую броню на 50 и бездоспешный бой до 40. Дальше идем. Дальше у нас, конечно, будет больше противников. Противники разнообразные. Я не помню, что там в действительности. Не помню. Будем смотреть. Где-то должно быть два скелета и один мертвый. Да, он восстанавливает жизни. Магия против него не очень. Так, что мы можем против него? Попробовать серебряные стрелы. Посмотрим, какой урон наносит они. Не слишком попадать. А, ну такой же самый, по идее. Не слишком большой. Значит, можно стрелять обычными стрелами. Огненные. Пробовал. Если нет, попробую опять колечко. Колечко, по-моему, самое эффективное здесь. Имперское кольцо. Заряды пока еще не восстановились. Ладно, так. Галлюцинация, огненное дыхание. Огненный шар. Фигня. Шар холода. Давай шар холода. Не работает. Шаровая молния. Пойдет. Шаровая молния тоже не очень. Нет, шаровая молния. Интереснее. Давай, наверное, знаешь, что еще сделаем? Жесткая уязвимость электричество и огромная шаровая молния. Да, печально только то, что у меня магия закончится быстрее, чем он умрет. По идее. Нет, мне повезло. Так, мы его убили с трудом, реально с трудом, потому что я потратил на него всю ману. Павший воин. А че я не могу с него броньку снять? Почему? Ну так нечестно, у него же прикольная бронька. Ладно, сохраняем. Берем оружие ближнего боя.
Нужно попробовать. Или сперва. Я думаю, да. Смотри так. Я же сохранился, сохранился. Пепел. Пепел собрать надо. Хорошо. Железная голова возьмем. Выманивай, выманивай. Надо, короче, вот этим бить. Магические стрелы. Если бы у него были простые стрелы, я бы его не трогал бы. Да, у него стрела удержания паралич. А неплохо. Зелье парализации, паралич. Ну, все, замечательно. Собираем все. Так, ну без магии я там не смогу справиться с павшим воином. Сейчас, если получится, я вытяну на себя павшего воина. Ой, павшего воина. Какого-нибудь скелетика. Блять, меня увидел павший воин, это плохо. Так, железная дубинка, хитиновый щит, все заберу. Все заберу, все заберу, все заберу. Замечательно, сохранить. Так, понемножку будем еще восстанавливать. Подождите, идет хоть запись? Да, запись идет. Буду восстанавливать понемножку магию. Опять же, смотрите. На нем бронька. Почему я не могу ее забрать? Хитиновая броня, это у меня легенькая. Ёптерный балет, ты откуда тут взялся? Давай попробуем. Дам. Чувак, немного сильноват. Сейчас жизнь восстановим. Еще.
Ладно, достаточно. Да. И почек довольно сильный. Нет. Почек довольно сильный. Хорошо. Огромный шаровый молния. Так, красночный голдишка. Сохраняемся. Здесь не можно было порубиться, блин. Что у нас есть? Барабан из кожугвара. Зачем? Стенка нужна, железный щит. Железный щит, не вижу смысла. Пусть я возьму. Стрелу. Железный копей нахрен надо. Подожди, сохранился? Да.
его сперва стрелой попробуем бахнуть. Потом же. Скелет воин. Так, длинные клинки. Все можно забрать. Сохраняем на этот же слот. Единственное, что мне теперь надо жизни как-то пополнить. Где моя бальзама? Амулет бальзама. Лечимся. Джикс. Еще раз. Джикс. Сохраняемся. Идем воевать дальше. А я, если честно, даже не знаю, что мне надо здесь делать. Я уже не помню. Так, череп Левула Андрана. Я понял. Череп какого-то Андрана. Мне надо найти. Здесь никого. И это странно. Зато здесь куча дверей. Ход вниз. И тут ход вниз. Так, я предлагаю здесь обшарить и пойти. Кто-то смело скажет, что моим местом выставленного отдыха. Я понимаю. Простите. Ваше оружие не действует. А огненное оружие я снял. И это печалька, это печалька. Огненный шар. Что это произвело магию? И чтобы я ему не делал, ему насрать. Призрак из этого предка. А что он мне покоцал? Вымонстр, если не покоцал. Ладно. Намного меньше характеристик, уменьшить запас сил, характеристик уменьшить 12 раз запас сил. Сука. Где, блин, блин. Серебряное оружие себе подбирает. Блин. Магическое оружие тоже неплохо. Здесь вот по чуть-чуть, да по чуть-чуть. Великий предок. Так.
Так, все, действие закончилось. Действие замечательно. Эктоплазма. Да. Сохранить. Подожди. Сюда. Берем опять. Берем магический бальзам. Все шумок ты починил. Так, где? Верни назад. Чуть попозже. О, ремонт. О, секира. Дерьмо. Экс, подожди, стой, я же не убил. Блядь, что вы хотите? Если можешь, сейчас. Смотрю, две секундочки. Где у нас календарик? Да что? Так, календарь в этом месяце. 11 число было, давай на 12, если можно. Я понял. Ладно. Я надеялся, что это было последнее, потому что я подумал еще вчера, и это для подготовления вообще хорошо. Но зато я в высоте, я знаю, что на ней висит асфальт.
Слушай, а ты сейчас здесь в Вознесеновском сидишь? Ты в деревне сидишь? А. Прикольно тебе. А лучше было там или нет? Лучше было в деревне или там дальше? Так а что тебя так кинули? Ну ладно, спасибо тебе большое. Бля, ладно, если кто слышал, короче, это работа. Все было работа. Ой, я кое-что... Все правильно. Это... Короче, я в отпуске уже какой, получается, день официально? Третий. Нет, вторник, среда, четверг. Да, третий день в отпуске. И меня все равно заебывают. Периодически. Серебряный кинжал. Серебряное оружие. То, что мне надо было. Баннербейн. Так, пока эти штуки мы не трогаем. Пойдем сверху просмотрим, что можно взять. Если можно было бы здесь шмот переплавлять, было вообще шикарно. Ну а так, мучаемся как мучаемся. Что это? Святилище святого Давыда. Угу, намек. И тут я, кажется, попал. Ладно. Выбираемся. Не, отмена, подожди. Лучше загрузим. Смысл. Здесь надо вот так. Лучника надо было выносить, походу. Решил прокачать дробящее оружие. Угу. Это хуже. Толта поебень, ее надо убивать по-другому. Да. Немножко неудобные. Немножко неудобные противники. Опа. Вот это. Скорее всего, с магическими стрелами. Стоп. Зелье. Установление здоровья. Времени нет. Становится по-другому. Сдохни. Так, ты нафиг мне пока не нужен, ты не нужен. Ох.
Ху-х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 у. Костяной лук нет, лук. А, нет, подожди, да. Костяной лук. Стрелы такие попробуй. Выпить зелечко. Да давай, прыгай ты, мразь долбаная. Простите. Нервы, 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 коробочку. Конечно, плохой противник. Цена 6, цена 3. Я предлагаю попробовать стрелами такими. Ему кажись по херу. Давай попробуй. И чё? Охренеть. Не, ну шо, отбил бы тогда вручу, в рукопашную пробую. Так, где мой? Вон, разворота. Кольцо жизни, длинные руки, пояс силы орков. Берем меч, берем щит. И... Нет, не да. Ёкарный, да он меня просто пух и в прах разносит. Ему кажется вообще пух.
Реально ему без разницы. Если попробовать этими стрелами. Ему вообще по барабану. Короче, я понял, пока мы с тобой ничего не сделаем, я пошел немножко восстановлюсь. Пойду магии и стану. Да, меня он, конечно, порвал какую-то загрелку. Маленький я еще. Уровень 25, 7 из 10. Уровень 25, 7 из 10. Так. Спать. Куда хотите отправиться? Балмору. Пожалуйста. Для вас мы организуем специальный тур. Гражданин! Гражданин! Что у меня тут? Меткость, атлетика, акробатика, скрытность, безопасность. Безопасность, говорите. На здоровье. Удачного пути! О, привет! Как дела? Мы можем поговорить? Удачного пути! Так, что мне тут не надо? Подожди, стой. Я немножко починюсь. А, все, да? Все. Закончилось. Что у меня есть интересного тут? Ничего. Блин, железнощитно. Не может быть. Одна пускай валяется. Это булава. Булава. Остальная булава пускай полежит. Тоже можно сюда. Ой, нет, не сюда. Стой. Это я заберу. Что-то получше сделать силу воли нам. Выпьем по дороге. Серебряный кинжал, самбе, лук, хитиновый лук, нафиг он мне нужен. Тыкс, что бы еще? Зелье магии мне надо. Усталость, парализация, ловкость, выносливость. Почти одинаковые рулифы. Восстановление магии. Что мы возьмем? Угу.
И все. Тише, сынушка. Хорошо. Так. Стрелы удержания сюда. Конечно. Пусто. Рад. Я думал, они восполняются, они не восполняются. И это печалька. А их по чуть-чуть. В день по штуке. Пусть победа всегда будет за тобой, друг. Куда хотите отправиться? Любишь риск, да? Любишь, не любишь, приходится. Сохраняемся. Что у нас? Лук. Перезарядилось вампирское колечко. Сердечное лечение. А я не помню, чем я его бахал. По-моему, огромной шаровой молнией бы. Ничего. Слышь ты, кусок мяса. Ты не охренел? Повреждения нет, все хорошо. Что это такое? Мелкий ходячий труп. Мелкий ходячий труп. Маленький камень душ. Все можно брать. Я думал, с ним будут самые большие проблемы, но оказалось не так. Немножко. Тащи, тащи, ты не сделаешь. Мне кажется, ему попу. Жесткая уязвимость. Электричество чуть-чуть сделаем. Есть. И теперь выпьем зелье восстановления магии, восстановления здоровья и огромная шуровая молния. Вот это.
Стой на месте. А ну послужишь ты. Я уже хотел брать немножко другие вещи. Так. Мне интересно, что это за пальцы торчат из дверей. А, это я понял вас, пока вы мне не нужны. Ага, это та дверька, которую я типа открыл. О, дверька, это я вон открыл. Скелет рыцарь. Что у вас есть, рыцарь? Скелет щит. Костяная булава. Чё? Прикольно. Стоп, подожди. Дробящее оружие одноручное. Вызов скелета рыцарь навсегда. Шнурок, костюм, ну да, все один. Железный кинжал нафиг не нужен. Мешок. Заберем. Книжка. Поучение благое Альмалексии. Эхе-хе-хе, ничего она мне только не дает. Хорошо. Почему я не могу с него снять экипировочку, а? Уровень замка. Где мои отмычечки? Да иди ты. Сейчас нам как раз, кстати, прокачается, по идее, если я открою эти двери. Книжка под мастерье иссякла. Еще одну.
Да, это было бы, конечно, стрёмно, если бы я такой раз открыл, поворачиваюсь назад бежать, а там сзади какая-то херня стоит. Представьте себе всю ситуацию. Это было бы немножко стремновато. Жесткая уязвимость к электричеству. Жесткая уязвимость к электричеству. Есть. И огненный. Огромный шуровой молнии. И раз. И глаз. Раз. Как раз притык хватило. Кожа мертвеца, бутыль, золото заберем, кожа мертвеца, кожа. Кушать не рекомендуется. Ну, алхимическое средство. Вы же знаете, как алхимию можно поднимать в Обливионе и в Моровинде. Кушайте ингредиенты. Да, и поднимается алхимия. На начальных уровнях можно таким способом поднимать. Потом, ну, желательно, я вам говорю, не жрать. Почему? Потому что лучше ширпотреб какой-то делать, короче, из них. Почему? Ну, и больше, намного эффективнее получится. Труп. Понимаете же, если есть мелкий ходячий труп, значит есть большой ходячий труп. И я что-то не хочу с большим встречаться. Но нет у меня желания. Так, смотрим, что тут. Клинок правосудия. Повреждение мощности, повреждение силы. 5 пунктов. Цена 6, опять при ударе. Череп. Люлан. Андра, ну вот он есть. Безуспешный был вырос.
урну пока трогать не будем. Сундучек. Гаджолинский костяной шлем. Я, кстати, видел такой. Так и не стырил его. Ну, все, по идее. Так, мешок выберем. Здесь мы колес не будем. Так, миссию, по идее, мы... Ну, осталось вывести или отдать. Но тут же сколько вкусняшек осталось. Вот, нижний уровень. Рез. Вкусняшка, которую надо будет проверить. Это я проверил уже дверку. Дальше... Прикроем пока. Деревянная дверка. Ты кто? Вообще, кто такой? Я же в него вообще не попадаю. Давай дверь попробуем. О, попал. Надо было в дверь стрелять. Я понял. Слушай, ты какой-то слишком быстрый. Ходячий труп. Ладно. Ходячий труп. Давай попробуем. Меня убивает ходячий труп. Да. А, там же, наверное, надо просто как заклинание произносить. Когда он будет срабатывать. Так, что тут есть? Сердце упыря. Забрать. Мясо гончих забрать. Сундучок забрать. Все, больше чего трогать нельзя. То есть, по сути, я здесь все пролазил. Полностью все здесь пролазил. И остался только одна комната. Осталась одна комната и все. Возвращаемся, отдаем. Сдаем квест. Что скажешь? Здрасте. Мне, пожалуйста, Балмору. Пусть для вас победа всегда. Да, я представляю, как сейчас чуваку больно, когда он вот это прыгает. Мне сейчас пробежку делал, немножко растяжение маленькое под ним, да? Получил на что лодыжке. Я могу сделать для тебя? И больненько. Чем могу помочь? Легонечко, больно. Так, а мне надо... Шарнграм мозгов. Что ты хочешь? Привет! Пусть твои подвиги прославятся! Поручение. Так, очень хорошо, я возьму у тебя этот череп. Это действительно пока не потому, что было задумано. Спасибо. А теперь, как и обещано, я отвечу на твои вопросы. На семье культа. Невероятно, череп не выбрано, я же не дополню. Этот эшленцы... Эшлендерский культ верит, что давно мертвый город Нервар будет возрожден, чтобы почтить древние обещания, данные племенами. Согласно легенде, провозвещенный
Согласно легенде, просвещенный новорианец сокрушит ложных богов храма трибунала, восстановит традиционную веру в предков, практикуемую шлендерами, и изгонит всех иноземцев из Морвинда, и храм, и империя преследуют культ. Но он существует среди шлендеров, которым почти нет дела до имперских храмовых законов. Вот. Вот-вот-вот, продолжи. Возьми эту копию моих записок по этому вопросу для Кая. Угу, есть, все, спасибо, прощай. Сохраняем. Идем поспим. Добро пожаловать. Идем поспим. Мне совсем не составит труда поговорить с тобой. Так, и что мы делаем? Выложим все, что нам надо пока. Сюда. Все. Стрелы, наверное, тоже. Стрела пламени. Серебряная. Да? Серебряные стрелы зачарованные. Так, шлем тоже возьми. Булаву оставим. Булаву оставим. Меч при себе. Мне надо починиться. Обещали без разницы, какими молотками. Починиться я даже клещами умею. Замечательно. Так, молотки ставим назад. Лунная руда. Все переносим сюда. Так, есть. Камни душ тоже положим. Ну и все. Это все положил. Так. Да? Что я могу сделать для тебя? Что ты хочешь получать? Подожди, а как там было? 2 секунды, я почитаю. Почему? Потому что... Сейчас. Прохождение. Задание. Вилли. Бойцов. Так. Ничем по ней хвост, вступите в людей воров, иначе вы можете на север переслушать эти хвосты, это милая организация, а я здесь попросил бы сказать, куда вы не сидели. Бандита, награда за Лагро. Олок и орки. Вилли в отсутствии. Банди орков. Прошу же, где вы? Вот. Следующий квест для ранга Протектор. Протектор. То есть... по идее, если я с ней сейчас закинтуюсь...
Бабло. 300. Ну, потратился немного. Бывает. Мне нравится то, что я вижу. Так, повышение распоряжения, что-то другое. Повышение. Гильдия вознаграждения, отныне вы меченосец. Распоряжение. И не даю задания никому, ниже протектор. Знаю, что тебе нужно для повышения. Повышение? Может, не заслужили внимание, но надо разменяться уже. Не знаю, гильдии бойцов. Я вас понял. То бишь мне не нужно Вальдрум. Едем в Вальдрум. Берем квесты там. Чем могу помочь? Правильно. Продолжай. О, привет. Слушай. Как дела? Добро пожаловать, друг. Сегодня твой день. О чем мы будем говорить? А что такое? Желтенькое. Ладно. Путешествуем Альдрун. Иу. Блин, тут опять этот грёбаный чудак. Не хотите немного потратить? Не хотите. Какая у меня замечательная компания. Прошу тебя. Как дела? Барбарбас, барбарбас. Так, распоряжение. Иногда мы получаем заказы местные, иногда странник. Вот, я же не страшен, но мы, что мы поймали и избавили от логова некроманта. Вас. Иди в вас и встретись с вечной стражей Ланхини. Помоги ей очистить вас от некроманта. Вас расположен далеко к северу, в краю Шигарада. Да, я отмечу его на твоей карте. Это долго причастие, так что лучше отправиться на корабле из Тальмора в Дагонфе. Удачи тебе. Вас, Ланхин, на вечный страшный и достойный воин. Хорошо. Прощай. Сохранить. Я кушать хочу. Тальмора. Вас. А как он сказал? Приятно познакомиться. Подожди, Вася. Иди. Вас. Так что уж я направляю Дагон Пэл. Ага, мне надо в Тальмору. Как дела? Нормально. Отдай. Как показал опыт, все банки никогда не лишние. Не хотите немного потратиться? Я вам много чего покажу. Путешествие с Адридмора. Да. Снаружи или все же? Теперь на корабль. Привет. Приятно познакомиться. На начальных уровнях акробатики лучше такого не делать, как я делал. О,
Атлетика, акробатика, акробатика. Да сейчас повышение получу и потом уже пойму. Смысл уйти, если вот это. Так, скорость, выносливость, блять, ловкость, здоровье, разрушение, скорость. Блин, все хочу, силу хочу. Разрушение уровня, нож, выносливость. Конечно, конечно. Я слушаю. Болотный растительный, это хорошо. До сутки. До сутки. Друг, отдай мне, пожалуйста, бесплатно. Если можешь. Коммунисты тоже заберем. Это зелье. Магии. Так, смотрим, что тут есть интересного. Удушайка, высасывание удачи. Цена. Один. Цена мяса крысы, уменьшить магию. Высосание ловкости. Нет, вот это заберем. Вот это заберем. Косяная мука. Цена 2. Лепестки горколиста. Цена 5. Слоненый рис. Соленый рис. Ну и все. И шейку заберу. Да, у меня мах не домах какой-то. Получается. Давай попробуем. Ой, боже. Понемножку растет. Да интересно же, блин. Если вы чего-то хотите, самое время спросить. Подсуть. Даже с этим. Как с тем лодочником, который за три раза меня ненавидеть стал.
Ну что, нормально. Считаешь, что с нуля. Ну тогда не нуля, конечно, а был, но все равно. Смотрим, что у вас есть интересного. Девушка загорелая. Стрелы, железная руда. Руда. Это замечательно, но ее неплохо. Неплохой ассортиментик. Заморочиться. А, мне ж денег нет, ладно, все, прощайте. Заморочиться уже. Ты сперва бабло найди. Дагонфелл. Здрасте. Боже, сохранить. Как хер его знает, как вы на меня отреагируете. Похоже, ты чего-то хочешь. Норка. Так чего? География, Ефема, Дарновидная, Капитан, Женя, блядь. Бля, ну шо? Похоже, ты чего-то хочешь. Так чего? Ладно, доиграю потом. Спасибо всем, кто смотрел. Потому что я чувствую, меня с работы сегодня будут заебывать. Боже, нет, неужели я додумался? Нет, все. Всем спокойной ночи. Всем пока.